Кстати, что? Какой-то разговор недавно, блядь, происходил. Я похвастался тобой. В смысле? Я сказал, у меня друг поляк есть. Я на полном серьезе говорю. Началось, бля, Европа, там что-то такое. Я говорю, у меня есть друг, бля, в Польше. Я такой, ебать, царь дворца, бля. Так, ты компанию, что ли, уже начал? Нет, нет, я в главном меню жду тебя. А я не могу тебя пригласить, игра закрыта написана. Ну, у меня то же самое. Давай, давай ко мне тогда игра по сети. А это в каком режиме? А? Ну, здесь много режимов, какой режим сейчас, мне выбрать? Сейчас, блядь, вспомни, как создать, блядь. Как-то создавать нужно. Быстро играя с друзьями. Новое лобби сражения. А откуда начинаем миссию? Ну, блин, я не знаю, ты в этом шаришь. Ну, блядь, давай. Блядь, я не знаю. No Mercy. Давай No Mercy, блядь. Давай No Mercy. Отличная игра. Официально выделенный. Давай, я добавил. Заходи ко мне. Игра закрыта. О, Steam. Да. Присоединиться к игре. Все. Подключаюсь. О, у нас мастурбачи. Что? Ты о чем? Ну ты у меня мастурбачи, блядь, записан. А. Везде, где бы ты ни зашел, ты, блядь, мастурбачи. Я здесь серьезно. Я пока. Блядь. Я буду. Так что, мы выбираем людей или зараженные? Нет, мы не можем. Я могу, например, один или ты можешь, типа, зомби выбрать. У меня сейчас эти дополнения качаются. Пока не могу запустить. Так. Можем, мы людей можем подождать, нам-то похую, блядь, понимаешь? У меня... О, видишь, уже кто-то зашел. Суть в том, что у меня сейчас эти обновления качаются, но оружие, у меня типа вообще они по-другому выглядят. Ага. Да, у меня, например, зараженных лучше видно, потому что на них там скины лавовые. Так-то они серо-зеленые же, правильно? А тут он прям именно такая лавовая. Понял. Беретта 92. Мне еще этот понравился. Я тебе честно скажу, что если на некоторых оружиях хороший скин, то тебе кажется, что он как будто больше дамажит. Не, ну типа это... Не, это бред. Заткнись. Я прав. Ну как? Ну блин, это то же самое, типа, что если на тебе ну, бля, будет больше кроссовки, ты будешь быстрее бегать. Да, да, это типа, ну, бля, подсознательно. Нет, это так не работает. Да я знаю, что не работает, но подсознательно-то, блядь, это вот так и выглядит. Я не знаю, мне типа это никогда не нравилось. Ну типа, я никогда на это не велся, в этом смысле. Не, типа, у меня велся, знаешь, у меня... Я первый раз CS 1.6 такую хуйню увидел. Не. Сколько там ждать твои эти скачивания, обновления? А я не знаю, сколько он будет скачиваться еще. Он просто качает, пока... и в какой-то момент просто остановится. Ага, ну хорошо. Ну, блядь, я не знаю, минуту, наверное. Он быстро качается. То есть... Да, хорошо, без бэк, просто спрашиваю. Типа альтернативные скины, альтернативное оружие, там, или текстуры. Блядь, тут полазить можно, блядь. Ну, я тебе говорю, мне нравится, когда оружие по-другому выглядит, тебе кажется, что оно, типа, такое... Типа мощнее. Бля, я такую тренировку сделал красную, классную дома сейчас вообще. Прям все тело болит. Че, мы, короче, оба за людей? Ну, походу, да. О, да не, нихуя, нихуя. Ты зомби. Ты зомби? Я за людей, я заранее выбрал персонажа. Я старичок. А, я не выбрал персонажа. А ты не выбрал, блядь, а я даже не помню. То есть я зомби, получается. Ты лох. Ну тогда я буду тебя сейчас убивать. Блядь, да удачи, блядь, ебаный урод. Короче. А ты стримишь сейчас или нет? Да, да. Хорошо. Ты хочешь меня опозорить? Да. Блин, мне надо подключить срочно зарядку. Хай, с вами Польша Гай. Мы будем сегодня убивать стариков. Йоу. Ветеранов. Повторяю. Можно добраться до госпиталя по туннелю метро. Здесь должна быть станция на красной ветке. Звучит неплохо.
Сейчас, внимание! Перезаряжаю! Блядь, надеюсь, это не... Кроме... Это я. Что за хрень? Вот это есть. Да, какие вы сложные, блядь. Нажимать в одну кнопку, это так сложно. Вы все вместе ходите. Как вы это все вместе ходите? Бил, прекрати, Бил! Сила! Сет, сет! Речи! Окей! Перезаряжаю! А дайте мне дверь. Перезаряжаю! Что-что? Я могу за дверь не забрать? За ведьму могу сыграть? Вот таблетки! Этих ублюдков ждет большой сюрприз! Дьявол! Черт! Проклятие! Шевелитесь! Станция дальше по улице. Сюда! Граната! Вот и станция. Вот! Оп, здание. Меня выгоняло! Я вдохну из-за тупости, здесь нужна помощь! Я вообще не ждал этого ебалута! Подожди, ты кем? Ты громилой? Да кем я только не был. Нет, вот последний, блядь. Нет, я был охотником. Чёрт, я ранен! Блядь, я так тупнул, блядь. Ну всё. Повторяю, направляйтесь в госпиталь Милосердия. Да, кстати, я тоже хочу сейчас. Можно добраться до госпиталя по туннелю метро. Бро, здесь должна быть станция на красной ветке. Отличная мысль. Это получается, это реальные люди или это боты, с которыми я играю? О, здорово, ты меня не видишь, да? А я вижу тебя, я на тебя смотрю, ебан. Стоп, стоп, давай, блядь, просто на меня смотри. Ну ты сейчас должен выбрать, сейчас подожди. Повернись на 90 градусов влево и вверх. Сейчас, минута. Сейчас я это сделаю, подожди. Ты будешь как будто на меня смотреть, я такой типа, а, он видит меня. На самом деле, нихуя. Ты лол.
Мам, ты, короче, там... Алло, да, сейчас. Все? О, за тебя зашел, типа... На. Нормальные, да? Вы же не против? Вы же не против? Ты ранен? Ты сильно ранен? Точно ты? Здорово! Ну, Леша так долго смотрел на меня, я думал, бля, вот бы не устрелил. А чё ты ждал? Меня ладно. Короче, я дробовик беру. Это ты? Нет, вот это я. Вот это я. Бля, я его раз 8 пизданул, бля, пока ты застрелил. За меня пацан вышел. За меня двое. Настрой, вас двое. Слышишь? Тоби пизда. Тот самый охуенный на охотнике, если ты правильно умеешь. Играй. Побереги! Здесь есть оружие! Да, я упал. Враг идет! Бля, ты серьезно, бля, столько ранений получил из-за моего одного клинка? Да. Сейчас еще плевок будет. О, я тебя вижу. Больно. Блять, вас разъебали. Эй, больно! Они все разъебали. А я тут тупнул, да не знаю. Я нашел тебя. Это не я. А, я поверил. Да, это я. Мы с типом лежим. Мы все упали, походу. Мне нужна помощь! Да, мы все упали. Сейчас далеки бегают. Это я. Это я. Это я. Это я. Я великий ужасный Атрам. Называй меня Родригес. Взрывайте через закрытые двери, постоянно нажимая F5. За меня двое играют. За меня... За меня тоже. Все играют в парни. Тут оружие! Толстяк! Нет! Я заряжаю! Ну и где моя команда? Моя команда здесь. Смотри, в кого стреляешь! Здесь есть оружие!
Вот это пушка, что надо. Перезаряжаю. Больно. Ебальник. Бля. Перезаряжаю. А это ты? Да. Ребята, тут оружие. Перезаряжаю! Это ты, блин? Ха-ха-ха, там, блин, бегаешь, щегол, блин, малолетний. Охотник с собой злой! Плевальщица! Готовы! Ух ты! Классный вестер! О, пизда! Ах, помогите! Прекрати сюда! Вот патроны! А это ты? Да. Привет, хороший. Он горит, блядь, поебать вообще. Мы можем круги наворачивать. Это ты? Да. Убьёшь меня! Да, я все убил. А черт! Помогите! Я думаю, ты даже отсюда не убьешь. Уберите его от меня! Так не делай. Он меня раздавит! На помощь! Ты знал, что боты не сопротивляются, когда ты на Джокере? Уберите его от меня! Народ, мне нужна помощь! Танк, блядь, разъём! Мне нужна помощь! Не надо! Сейчас здесь будет настоящий ад! Ну ладно, 122 очка заработал. При том, что я его огнем, блядь, уроном носил. Да помогите же мне! Дурак, чё, Хантер, кто у вас? Скажи, что он дурак. Знаешь почему? Я еще не вышел. Я громил. Я милу, ты сразу узнаешь, когда я вас в ряд разъебу сейчас. Удачи. Волстяк! Перезаряжаю! Помогите мне! Смотри, чего стреляешь! А, подожди, ты же Фрэнсис, блядь. Перезаряжаю! Иди, иди. Нам нужно... Где-то. Я три раза его перезаряжаю. Что на, блин, я его три раза ёбнул, блин. Я думал, вы меня после второго убили. Если честно, блядь, самое тупое было то, что кто-то, блядь, подобрал молотов, блядь. И кинул его, блядь, в танк. Я бы знал, бля, огненными патронами его как-то. Здесь есть оружие! Неожиданно, да? И приятно. Ты же не ожидал, блин, да? Я прям как раз за углом, за горизонтом прыгнул. Сейчас там же, видите, у меня там. Я не заряжаю! А у второго у меня... Осторожно! Бля, вам так пизда, вам такая пизда. О, я танк! Здорово! Чувствуешь, блин? Здорово! Иди в жопу. Да? Там тупик, долбоёб.
Ребят, спасите кого-то. Отходи! Я говорю о том, что... Че, прикольная тема, я знаю, тебе скажу. Бля, какая-то злость к тебе появляется. Ну, адекватная злость. Да не, нормально все. Можно пофаниться. Я, наверное, поиграю еще в дотку пойду. Идешь со мной или нет? Да, конечно. У меня завтра два выходных, так что я могу дрочить и ебаться, блядь. Сколько охота. Прикольно. Так, я за Громилу играю. Хорошо. А, у меня почему-то... Блядь, а у меня почему-то модификация не прибежит. Раз, два. Я два раза. Вы все умерли? Да. Неплохо. Здесь есть оружие. Гранату ложи. Да идите мне нахуй. Осторожно. Ой, я ранен! Черт. Что? Я в порядке. Как я упал? Я не знал, что ты рожь. Помогите мне! Пережишь после? Сейчас я добью тебя. Ранен! Спасибо. Я у тебя. Помогите! Ничего, прикрывайте меня! Как себя чувствуешь? Я выживу. Я помогу. Спасибо. Ах ты, кто меня снимает? Бля, мы отсюда не выйдем, что ли? Не стреляй в меня! Сейчас меня подери! Да вы заебали, блядь! Они же, блядь, собственные пути, блядь! Останавливают, блядь! У меня вообще все болит! Перезаряжаю! Нет! Нет! Блин, тебя засадили. Так, сладко попал сюда. Вот дрянь! Кстати, нашел где-то на что? Эй, больно! Смотри, куда стреляешь! Где он лежит? Нет, там туннель где-то меня убил. Перезаряжаю! Команда, блядь, ну команда! Почему всем похуй? Половину хп, блядь, снять. Фрэнсис! Команда моя, есть наша. Спасибо. Ты не делаешь что-то? Я чувствую себя. Внимание! Я перезаряжаю. Здесь оружие. Перезаряжаю. Перезаряжаю!
сам ты его? Как тебя заехал, парень. Команде похуй! Не могу дышать! Помогите, я задыхаюсь! Застрелите его! Оно тебя задушит! Охотник! Уберите его от меня! Я нужна бомба! Дайте мне грамм его купить. Ну давай же, поднимайся! Внимание! А я знал. У меня патроны. Кажется, мне скоро придет черт, конец. Черт, возьми, я ранила. Серьезно? Мне нужна помощь. Граната, ложись! На помощь! Как ты попал? Вау. Это такой блевок смачный был. Огромное спасибо. Эй, да без проблем. Идем, идем. Спасибо, я у тебя прошу. Я не шучу. Мне правда очень нужно... Блядь, проебали меня, блядь. Ну, видно. Слышу, видно. Я создал этот сервер, блядь, для того, чтобы просто играть. Аишу! Блядь, я сейчас сервер закрою, нахуй вас забаню, блядь. Ну блядь, и дерьмо, блядь. Нахуй бань, ёпты, чё? Человек стоит на ФК, блядь. Нахуй так играть-то? Да и похуй, пусть стоит. Там, блядь, уже ждут вас, блядь, куча. Да. Это ты? Нет. Вот это я. Надеюсь, меня убьют. Надеюсь, меня убьют и подпишут. Вот дрянь. Я птичку взял. Да похуй. Мне изначально я не брал птичку. А чё у вас там? Да вы забрали. Раздайте, блядь. Пацаны, фокусы вот этот, блядь. Персонаж номер 8. Буринщик! На. Держись, держись, я иду! Эй, я я еще раз ебнул. Бля, я не могу.
Ты там был, да? Все, меня ранило. Держись, держись, я уже. Кстати, где там пулемет? В туннеле? Да, в туннеле. Сейчас, сейчас. Ты 2 секунды осталось. Я ногу своему тиммейту пострелю. Перезаряжаю! А, вы меня оставите, да, ребят? Да. Спасибо, Билл. Ну-ка, всем весело так же, как и мне. Дружище, держи. Помогите секунду. Спасибо. Я лечу. Я у тебя. Че? Я так-то над вами. Живее в лифт! Чего ты взял? Я тебя на полном серьезе. Нет! Ты не видел, просто. Это ты меня тянешь? Нет. О! Нас никто не остановит! Я тебе серьезно говорю, он с щитами играет. Ну знаешь, как у него прислал двигатель? Ну чисто по врагам, блядь, понял? Хорошо. Перезаряжаю! Подвигайся! Минус один! Перезаряжаю! Враг идет! Привальщица! Перезаряжаю! О, да ну нахуй! Он еще, у него еще и спидхак. Кстати, я к тебе иду, ты знал? Я так и вижу, долбоёб, блядь. Подожди, блядь. Не придётся выйти. Давай плюй под него. Сюда. Сюда. Ребят, спасите кто-нибудь, пожалуйста. Меня тут... Пуповида распутали. Ладно, что, погнали в дотку?
Да, я уже в дупу захожу. Меня кто-нибудь слышит? Че, как назовем? Кто? Creeps vs Heroes, блять. Что назовем? Стрим, блять. Стрим как назовем? И все, я уже назвал. Левое лицо орангутанга. Heroes vs Heroes, назвал. Левое лицо орангутанга. Пошел в жопу, я не буду уже поддерживать твою ересь. Бля, ну я тебе серьезно говорю, он читер был. Ты-то не видишь эту хуйню, я-то ауру вашу вижу. Помнишь, на Билла, короче, блядь, прыгнул этот жокей? Да, да. А он вообще внизу был на первом этаже. А прыгнули на него во втором. Он брут, и за секунду уже возле него оказался. Прикол. Я ему рекорд кину. Ибо не я пойду быстро сигарету скоро порву. Бля, почему ты так часто куришь? Ты же умрешь, блядь. Это не часто, сейчас я вернусь. Давай после катки, блядь. Челлендж. После катки? Да, после катки. Да не, я хочу перед каткой, чтобы спокойно сидеть. Пол сигареты, блядь, максимум. Да. Да, хорошо, папа, я так сделаю. Пиздишь. Ты наебываешь меня, брат. За что? I am back. Ты здесь? Да, да. I am very back. I am ready. Little bit.
Бля, я такую катку на Кингзе сегодня слил. Все. Мне похуй. Мне похуй. Мне изначально было похуй. Я просто тебе не раскрывал секрет. Ага. Шин-чика-жан-шан-шин-чика-шин-чика. Бля, какие отвратительные сеты, блядь, в этом, блядь, сундуке. Такая хуйня какая-то, блядь. Единственная Лина, блядь, более-менее красивая. Treasure of the Worldless Track. И просто все уебаны, блядь. Все. Пиздец, нахуя так делаю? Do you want to fuck a snowman? Just tell me how you do. Everybody inside your butt. If nobody will come in your face. Пим пим пим. Ра ра Распутин. Ладно, хуй с ним, бля. Вот допустим, блядь, похуй на их жизнь. Фильм как тебе? А ну-ка, блядь. Хуйня ебаная, блядь. Объясни, блядь, что, понравилось тебе, блядь, это ебало? Извини, у меня шизофрения. Five seconds. Я хочу играть на пудже. Я хочу играть на снайпере. Снайпер забанен, кроме инвока никто. Чё тебе, блядь, дарксира взять? Да как хочешь. Тебе вообще похуй. Если ты сумеешь, бери. А давай ты, блядь, я влез? Seconds to go. Я влез возле тебя, а ты там. Я первым делом покупаю блинк и к тебе. Так что, мне саппорта брать или... Не-не-не, ты танк, ты полноценный танк. Ты на меня не рассчитывай. Я буду, блядь, я в лесу буду, вот так будет. То есть ты меня одного на лайне оставляешь. Да. Хорошо. Да-да. Именно. Я покупаю блинк и прилетаю к тебе. А ты что ожидал? Танк. Ну, блядь, тут и Чауса возьму. Какое же все-таки прекрасное. Бля, у меня легенка. А ты? Ты не саппорт? Ты пятый керри? Ну ты же сказал, чтобы я танка взял. Я взял тебе Чауса. Не ты, блядь. Вот, а. Блядь. Чё, пятерки саппорта не будет классно? Пятерки, что Мартра, Тимбер, Магнус, ой, бля. Ну все, блядь. Что, никто не будет саппортом. Все, игра ГГ. Никому не пиши, всем похуй. Надо было сразу выбирать, блядь, своего героя. Не совладать и тысячи мечей. Фантом Ассасин. Первый твой. А я как в вашей, блядь, дырке тогда оказался. Спасибо от души. Здесь очень сильно бы Скаймаг зашел, кстати. Прям очень жестко. А почему Скаймаг зашел? Под твою дуэльку. А, да, там Мартра бы до БКБ просто нон-стоп бы умирала. Тимбер тоже отлетал бы. Магнус отлетает. Даза отлетает. Аппарат тоже.
Там до скаймашки карта просто убегала. Еще не время! Ну да ладно. Ну зато лейт за вами. Там только лейт Магнус и Фантом, по сути. Тиндер ФПС. Война. Война постоянно. Они хотят войну, они её получат. Бля, ну че неплохая регенерация. А, кстати, у меня тоже такая же регенерация нормальная. Do you wanna build a snowman? Медовый тингер? Ого. Ну там, блядь, магию не вывезет. Его кайлами разъебут. Где я случайно? Если тебе хилка нужна будет, подойдешь, я тебе второй буду давать. Я себе 6 тангусов купил, нормально. У меня 0 на всякий гуль. Аппарат ушел. Наверное, вард вот сюда стоит. Может быть. Нет. Он просто отходил. Тебе нормально? Да, они не напрягают меня вообще. Нормально. Пока что. Че там на виду происходит? Бля, максимально странная ебала была.
аппарат ушел откуда-то. Ну, быстренько тебе. Тебе вард нужен? Нет. На хайграунде вот сюда поставлю, чтобы узнать, если что ко мне. Я так не смотрю, я стараюсь скрипов не проебать. Мид странный, блядь. Сучно! Аппарат ушел аккуратно. Добей, блядь, тебя же не будут палить. Подойди еще раз, я хп дам, если у тебя маны достаточно. Хоть где он будет софтрейлер? Да, по сути, все. Ну, тинкер. Дальше. Да, зачем тинкер сейчас в этом патче? Тинкеру зачем? Да, не успел уйти. Бля, я забыл, да, у него там, блядь, какая-то ебала есть, типа. Хилка нужна? Нет, у меня все четко. Не, ребят, не пробиваете никак вообще. Я бешеная корова на коне. Нужно? Хотя нет, я сам себе заберу. Да, всего лучше возьму. Бар сломали вот тут, если я правильно. Как только появится дуэтка, можем забирать аппарат. Есть дуэт. Как он подставится, нужно его забрать. Я его подставлю, почему? У Магнуса блин появился, если что. Магнуса. Да ёбаный твой рот, блядь, ты, блядь, угораешь, что ли, блядь? Крит вылетел, Магнус, сорян. Магнуса, говорит, блядь. Прости, у меня крит вылетел. Ну просто, блядь, зачем звать-то?
Бля, сорян, я не думал, что крик такой. Я под рамлетами ему очень много дэмэджа нанес. Да, блядь, тебе вообще не надо было его бить. Ну, моя ошибка. Я просто ульт дал бы, блядь, мы дальше забирали бы его. Ладно, хуй с ним. Следующий раз повысится все. Да, именно так все и работает. Я его забрал, поэтому он был в таверне. Сорян. Магнус здесь можем? У меня улетает, в принципе. Хочешь? Да, идем. Че, мне из деревьев выскочить или как? Я стану его. Давай. Оу. Долго три тысячи. Ну, он меня кидает и ловит. Ты такая злая. Ты такая злая сегодня. Ты такая злая, сучка. У поляков реально нету субординации? Нету. Ну это, мне кажется, что это все от человека зависит, от его воспитания и все остальное. Но то, что я заметил, то нету. Я вообще их не очень сильно люблю. Вот и приходится жить с ними, правильно? Да, пока что да. Я и так от тебя буду спаривать. Ты видел, сколько у меня, блядь, жизней было? Убитых. Да. О, парад. 40 секунд. Да, хорошо. Я, в принципе, уже его могу потянуть. Ну, давай, дуэль, нет, я возьму. Меня вывозит. Попробуем? Да, давай, аппараты. Ну, давай. Это кто тоже? Меня сейчас потянули. Чего? Блинк сделал. А как, блядь, блинк можно сделать, если тебе, блядь? Нет, ничего. Сама эта чашка, да, она же не носит. Я не успел. Блять, там типа, ну автоматом же должно бить. Не успел. Еще рано! Аппарат хотел. А, ты уже забыл. Я в него только что говорил. Я, кстати, в соло могу забрать. Он подставится. 3 секунды. Хорошо. Просто стан даешь, и я, блядь, залетаю. Ты думаешь, там тебя не видно? Лучше. Еще не время! Блядь, странно играть. Да,
опять повезло. Да. Your middle tower has fallen. Your middle tower is under attack. Можно морту забрать. Ага, здесь можно взять. Он меня это РП дал. Дурачок. Дурачок. Ну да ладно. Ну как дурачок? Он тебя убил. Да там не будет там меня забрали. Сын, блядь, неплохо сориентировался. Вовремя. Да. Ты один фармишь? Что, да? Нет, нет, нет. Вообще не раз. Не нравится. Знаешь, какой баг, блядь, недавно был? Мне кажется, уже исправили. Когда ты переносишь предмет из своего рюкзака и потом, типа, ну, отправляешь тот, который в рюкзак перенес правой кнопкой сразу же, да? Ну, типа, без пробелов, без... Mm-hmm. То у тебя почему-то отправляется тот предмет, который ты, типа, блядь, перенес. Блядь. Правильно как это сказал. Я нихуя не понял. Короче, у тебя есть... Выпал новый предмет, он попадает в рюкзак, да? Да. Вот ты переносишь его в активный слот, а тот, который ты перенес, ты перемещаешь, блядь, на базу. А, у тебя перемещается тот, который, блядь, актив. Было такое? У меня было это, да. Отвратительное было. Я понял, о чем ты. Бля, я на аппарат иду. И все решили, блядь, на аппарат пойти, да, я понимаю. Акс любитель подъебаться, да? Я думаю, тебе надо перестать, блядь, ёбло, блядь, пытаться ломать, блядь. Когда ты не можешь даже свое лицо, блядь, уберечь. Залетаешь, тебе дают пизды, блядь. Магнус тебя еще дальше уносит. А потом будешь ныть, блядь, что виновата, блядь, легион, которая в лесу фармится. Blade mail. Unstoppable.
tower looks fantastic, by the way. Very fire covered. Да ты забираешь его, капитан, его. Уже нет. Пиздаться. Иду. Лёд кайфовал. Благодарю, хоть какая-то помощь. Где я тебя вылечу? Говорю. Сталый какой-то акс, что ли. А мертвый можно его смотреть? Можно я на тебя, блядь, пальчик использую? Обожаю эту игру. С хуички, блядь. Этот долбоёб, блядь, нафидел на топе, блядь. Какие ещё, блядь, урон может, блядь, быть? Я вообще, блядь, не понял, нахуй он туда залетел, блядь. Мы убили, блядь, я забрал дуэль, блядь. Зачем он туда залетел? Блядь, сука, в пизду этого долбоёба, я больше не буду его спасать, блядь. Каждый раз, блядь, он что-то делает, и это всё через жопу. Зачем он прыгнул под башню, блядь, когда они только, блядь, возрождаются? Пиздец, блядь. Я тоже, блядь, пожадничал, блядь. Благослови тьма твою душу. Пришел цитат, из дыра сдал. Пошел домой. Да не то слово, блядь. Как это не избавляет от того факта, что, блядь, все равно с долбоебом играет. Да, блядь, ты ты ладно, мне акс больше для тревоги. Оставь. Лишним не будет. Сила!
здесь вар стоит, блядь, это дьявол. Ещё не время! Ну отпушься, блядь, заранее, с вардами. А чё у тебя, блядь, саппорт-то твой? Не особо саппорт, да, я слышал? Сделай стаки мне, или хаос. Все, блядь, не надо задничать. Я дуэли получаю, вам не надо. Не лезьте, блядь. Ломайте тавр максимум, бля, и съебывайте назад. Потому что у них мартра и все живые. Ну, дело ваше, мое, бля, не поебать. Я буду ее фармиться, пока есть возможность. Рошу потом не хочешь ебнуть? Сейчас, я МКБ захожу, и нужно Рошу забрать. Можем пожать смока, в принципе, и пойти пофазиться. Фармитесь, блять, фармитесь. Я не знаю, что вы хотите сделать. Я не поддерживаю то, что вы пытаетесь сделать. Честно, я не понимаю. Я, блять, слабый, пиздец. Меня, если они, блять, хотя бы вдвоем поймают, мне пизда. А вы так ходите, как будто вы уже всю игру выиграли, блять, просто, блять, исследуйте замок. Ну, блять, о чем, блять, требовалось? Хорошая игра, спасибо. Ну ладно, у тебя не было выбора, так что... Кстати, здесь варды стоят. Акс, если ты саппорт, ставь варды. Вам надо понять, кто из вас двоих, кто был на топе, блядь, саппорт. Можем пойти попраться, в принципе. Да поглотят тебя!
Greasy, according to Axe. Я не готова! Видишь, благодаря Вардуму я забрал троих. Вот что значит саппорт. А то, что вы, блядь, выебываетесь, ни к чему хорошему не приведет. Они, кстати, мне кажется, тебе под смоками. Да, то же самое, что было у нас на точке. Можем тоже от смока пойти за той крошана, в принципе. Аккуратно, Вега. Да, все, куда-то не. Магнус убил, ебать. А, я еще и замерз, блядь. Благодарю. Your middle tower is under siege. Одна глупая драка, блядь, не мешает вся игра. Ваша гордость, блядь, ни к чему хорошему не приведет. Я на вашей стороне. Не надо, блядь, думать, что я плохой человек. Ну, бывает эмоциональный, но я не плохой. И ты сейчас получишь пизду. Ты говоришь, что с одного удара убивает. Тогда ему, блядь, пусть заберет башню. Все. Блядь, там такая фантомка нулевая. Я 14 секунд, я Магнуса, блин, я не выберу. Подожди 9 секунд, я сейчас на нее блинканусь, пизды ей дам, блин. Да там и лучше забрать аппарата или пазла сейчас. Они сейчас бот пойдут пушить, ребят. Мелкие пизды, да? Но у меня дуэль 7 секунд оставалось. Да, блядь, сделай мне что-то, дурачок, а этот пусть поменяется с ним местами. Блядь, СФ, вот сюда выйди, а ты, блядь, на базе стой. Бля, ну вы, конечно, странные, блядь. Он, блядь, так все разъебал. О, да ну нахуй, ничего, блядь, вы начали, блядь. Еще и Акс подключился, вообще идеально. Видишь, они без, блядь, фантомки, все, они назад начали съебывать.
И все, блин. Сейчас вы еще и этого, блин, не, того вы не разъебете. Кстати, этот, купи пока варды. На полном серьезе говорю, ты, возможно, даже зарабатываешь с этого, блядь, по 200-300 монет. Поставь вот сюда вард на миду. Поставь вот сюда вард. Ой, боже, это раскаловочка божеская. Бля, вы странный, пиздец. О, долбоёб, себя, блядь, лучше. Погнали разъединяться. Да, уйду в этого Магнуса. Хорошо. Все, ГГ. Если честно, я, блядь, благодарю только одного персонажа, который говорит. Ну и хуй. Что ты написал в самом начале игры сейчас? Прочитаю. Как ты там сказал, блядь, в пизду? Я не буду, блядь, саппорт. Нормально. Нам очень-очень нужна была, блядь, четвертая позиция, но не пятая. Понимаешь, чувак? Из-за твоей ошибки, блядь, и ошибок, блядь, СФ-ок, про СФ-ок говорю, этого отца, начали страдать все. Вот и все, вот так я и живем. Блядь, ты попробуй оттолкнуть. А, все, с кем я разговариваю, блядь, за то, и странно. Не играйте столько. Вот так, пожалуйста. Я, блядь, фармил в лесу, разъебывал всех и вся, блядь. Две драки, блядь. Да все. А Оксана этого стоила? Пушили его, да? Эй, блядь, странные вы люди, однако. Оксинально странные, блядь. Акс и Винга, блядь, как-то начните с команды играть. Вы не единственный персонаж. Ладно, я уже буду идти спать вместо вас завтра рано. Тебя в рот трахнуть? Почему? Бля, обожаю тебя. Ты не сопротивляешься, ты говоришь, почему, блядь? Типа, если я тебе скажу достойную причину, ты скажешь, а, ну ладно. Не, я правда устал чуть-чуть. Надо выспаться перед рабочим... рабочим днем. Блядь. Я, короче, купил, блядь, 12 энергетиков, блядь. Нихера себе. Я хотел их на продажу выставить, но в какой-то момент...